Привет, я Константин Говорун, и я расскажу вам о пяти моих любимых играх. Игра номер пять – это Heavy Rain. Она интересна двумя вещами. Во-первых, Heavy Rain идеальна, если вам нужно приобщить к играм человека, который никогда их раньше не видел. То есть берете девушку, взрослого человека, даете Heavy Rain, он увлекается и после прохождения говорит «хочу что-нибудь еще». И если вам нужно какого-то близкого человека приучить к вашему хобби, то Heavy Rain идеально. Ее всегда нужно иметь дома. Со второе достоинство Heavy Rain – то, что игра реально удивляет. Когда я первый раз проходил ее, я не знал, что ожидать от сюжета, что в игре можно сделать, что нельзя, где вообще границы ваших действий в игре. Это реально очень классно. При этом сейчас Heavy Rain уже не вызывает такой реакции, поскольку мы все читали Solution, смотрели видосики на YouTube. Но вот тогда, в 2010 году, это было реально событие, оно реально взрывало мозг. Поэтому Heavy Rain мне очень запомнился, и я ее очень люблю. Игра номер 4 — это Dance Dance Revolution. Вернее, это весь сериал Dance Dance Revolution и все направление ритм-игр от Konami. В последнее время модно говорить о том, что вот игры с распознаванием движений — это классно. Там Kinect, PlayStation Move, Wii. Но на самом деле именно с Dance Dance Revolution началась революция игр, где задействовались движения геймера. То есть DDR вы танцевали телом, нажимали ногами на кнопки и тем самым проходили игру. Это реально классно. Были игры вроде Para Paradise, где вы махали руками, сенсоры распознавали движения, вы тоже проходили игру. Именно это создало все течение таких вот казуальных игр, которые раздвигали границы жанров. И потом уже появилась Wii, PlayStation Move и все остальное. Я очень много играл в DDR лет 7 назад, сейчас уже меньше, но те времена, они реально мне вспоминаются как одно из самых ярких впечатлений моей, не знаю, юности. Игра номер 3 — это StarCraft, именно первая часть. На мой взгляд, все игры для PC должны быть именно такими. То есть смысл в том, что там реально нужны клавиатура, мышь, экран у компьютера или ноутбука, не телевизор. Эта игра тренирует менеджерские навыки игрока. То есть в отличие от игр для приставок, она не столько развлекает, сколько учит тренироваться. Она очень близка к спорту, и не зря StarCraft — это кибердисциплина. Футбол тренирует тело. Шахматы тренируют ум, и StarCraft тоже тренирует ум, в том же смысле, что и шахматы. Поэтому StarCraft — это спорт, электронный спорт, и это прекрасно. Игра номер 2 — это Metal Gear Solid 3. В ней была достигнута вершина геймдизайнерского искусства времен PlayStation 2. Тогда игры были в основном хардкорные и сложные, и строились по такой схеме, что вы сначала проходите уровень, делаете какие-то сложные вещи, добиваетесь результата, получаете классный видеоролик с интересным сюжетом. Геймплей, ролик, геймплей, ролик. В Metal Gear Solid 3 все это было еще объединено в какую-то некую глобальную историю, когда чисто даже игровые моменты воспринимались как часть сюжета. Например, самая яркая сцена Metal Gear Solid 3 — это когда вы идете такой дороге вперед, а вам навстречу идут души врагов, которых вы убили на предыдущих уровнях. В этот момент вы вообще понимаете, что такое стелс-экшн, что вот вы могли их оглушить, а вы их на самом деле убили, и что вот вам теперь наказание такое. Это реально очень классный момент, который пробирает прямо вот до глубины души. И в этом смысле Metal Gear Solid 3 — это игра, которая реально вошла в историю, и вряд ли кто-то еще до сих пор ее превзошел в этом смысле. Самая моя любимая игра — это Grandia 2. А это игра для Sega Dreamcast, которая была портирована потом на PC и PlayStation 2. Смысл в том, что Grandia 2 — это вершина золотого века японских RPG. Ну, то есть все помнят там Final Fantasy 7, там 9, Xenogears, Chrono Cross. Они все были на PlayStation 1 и Saturn. А на Dreamcast вышла Grandia 2, и она сделала то, что она собрала все самое лучшее, что было в этом всем золотом веке, убрала все плохое, и вот представил такую классную историю с яркими персонажами, со смертью главного персонажа, со сложными темами об относительности добра и зла, с любовной историей. Все-все-все, что вот реально было хорошее. При этом там нет персонажей детей, нет персонажей там скучных взрослых. Это реальная история, которая интересна людям от 16 до 30. Ну и реализована была на хорошем техническом уровне для того времени. Все, что было позже, это уже такие
ну, век уже постзолотой. Тогда уже началось какой-то разброд, шатание, все не то. А Grandia 2 — это вот прекрасная игра. Вот если вы хотите ознакомиться с золотым веком, начните с нее. А потом уже можете смотреть, что было раньше. Grandia 2, она может быть интересна всем. И тем, кто любит аниме, и тем, кто не любит аниме. Вот, реально классный выбор. Это был мой личный топ. Игры, которые запомнились лично мне. Вы можете быть со мной не согласны, но это ваша проблема. А я люблю вот такие игры.